Из Нерюнгринского района перенесемся в столицу республики. Свой голос сегодня отдал и глава города Якутска Айсен Николаев. Вместе со своей семьей он пришел и проголосовал на избирательном участке номер 779 в столице республики. Также глава городской администрации обратился к горожанам, которые еще не проголосовали, с призывом прийти на избирательные участки и исполнить свой гражданский долг. Завершаются выборы в Государственную Думу Федерального Собрания. На данный момент по городу Якутску проголосовало порядка 33% избирателей. Выборы проходят в спокойной, хорошей обстановке. Я сейчас вот проехал ряд избирательных участков. Видно, что люди и сейчас подходят достаточно активно. Вместе с тем я хотел бы призвать всех тех горожан, которые сейчас только вернулись с природы, с дачных участков, обязательно прийти и проголосовать, выполнить свой гражданский долг. Достаточно такая относительно низкая явка у нас есть по Сайсарскому округу, по Гагаринскому округу. Я призываю жителей этих районов и других районов нашего города, да и республики в целом, вот в оставшееся время обязательно прийти, проголосовать с тем, чтобы выбрать достойную законодательную власть, которая будет работать во имя людей.